установлением теплой и сухой погоды работа на месте будущего стадиона закипела. Завезен щебень, проведен свет, установлены дренажи и выводы воды, привезены трибуны. Строители уверяют, самая сложная часть работ позади. Тяжелые работы, считаю, даже почти закончили. 80% остался, около 20%. При поступлении материалов сейчас вторую смену организовываем вывозку щебня. Основные тяжелые работы в течение недели закончены, я думаю. Лишь бы погода была еще лучше. Открытие нового спортивного объекта нурлатцы ждут с нетерпением. И есть чего ждать. Большое футбольное поле, трибуны на 1000 мест, беговые дорожки и легкоатлетический сектор. В ближайшее время, я думаю, темпы мы увеличим, вот, так как времени так много остается. Поэтому как бы настроены, чтобы уложиться согласно контракту. Сейчас рабочие выравнивают грунт для посадки газона. В день привлекается порядка 5-7 единиц техники. Еще предстоит уложить асфальт и прорезиненное покрытие. Одна из самых больших спортивных площадок района откроется к сентябрю. Ольга Морская, Луиза Гельмудинова, Рушат Залялов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».